28 июня 2014 год, Харьков, 18:43. Что может выглядеть страннее, чем пустая центральная улица города-миллионника? Наверное, только реклама на этой улице. Ресторан «Шенген». Ваша ад искат. Виза в Европу. «Шенген», улица Заинтригован. Нулевой этаж торгового центра. Хотя, может, это на случай, если вы перемещаетесь по городу на руках. Как в Европе. Лето, жара, сезон отпусков. Автокожная Ниса 24 сезон. Харьков, 28 июня, 14 год, 17:19 по Киеву. Сумская перекрыта. Вот раздолье людям из-за всех этих демонстраций. Сегодня день Конституции. Какие-то сборы возле памятника Ленину. Но без флага.
Да, когда еще так поездишь по Харькову? По центральной улице. Мяч устанавливал Блохин, расписывался на нем. Присутствовал при установке. Мяч можно устанавливать, укладывать. Устанавливание памятника мячу. Ух ты, какой букет. Там у нас аллея Харьковская сирень, кинофестиваль. А здесь у нас памятник 50-й параллели. Памятный знак. Вот она идет, 50-я параллель. А на площади Конституции ниже должны сейчас люди собраться по поводу годовщины. Зеркальная струя. И оперный театр. Леонид Быков. Кадры из фильма «Уйдут одни старики». Да, ну не красота.
Это просто праздник какой-то. Скрипачная крыша. Харьков, 28 июня, 14 год. 19:26. Такие. Save people on Donbass from Putin. Спросите людей Донбасса откуда? Почему только он? Нелегальные мигранты окольными путями пробиваются в Европу. Это не за ними.